дорогие друзья! Программа «Учимся китайскому языку» снова с вами. Сегодня мы расскажем вам, как объясниться в китайской гостинице. Наши герои уже на месте, однако они все еще не успели зарегистрироваться, потому что никак не могли найти сумку Сяоде. Итак, смотрим. Мы должны принять гостиницу. Пожалуйста, вы уже заказали номер? Да, заказал. Вы скажите имя. Хуан Ренхао, из Нью-Йорка. 您预定了两个房间，一个双人间，一个单间。对，请给我看一下你们的护照。谢谢。麻烦您再填一下入住登记单。好。谢谢。请交一下预付款。能刷卡吗？可以的。 好的，谢谢。这是你们的房卡，两间房，一个是1183，一个是1179。在几层？都在11层。那个双人间是朝南的吗？1183不是，朝西。能不能把双人间换成朝南的呢？我喜欢朝南的房间。对，我们在这里要住一个星期左右。 请帮我们换一下。我查一查有没有空房间。还有一间，不过不是在11层。没关系，在几层？9层，918房。我就要918房间。餐厅在2层，1层的左边有一个咖啡厅，他们会帮你们把行李拿到房间。好，谢谢。我们走。好。哎，小杰呢？ 在这儿呢，小杰，let's go。这是您的房间。谢谢你。谢谢，我们不收小费。哦。再见。哎呀，我忘了，中国不收小费。 走，我们去小杰的房间看看。走吧。В таком большом городе, как Пекин, конечно, лучше всего забронировать номер заранее. Вас обязательно спросят. 请问, 预订房间了吗? Скажите, пожалуйста, вы забронировали номер? 请, пожалуйста. 问, спрашивать. 请问, это вежливый оборот речи, который мы можем перевести как «скажите, пожалуйста, разрешите спросить». Советую вам как можно чаще употреблять слово «чен» перед глаголом, когда вы собираетесь о чем-нибудь попросить. Например, «чин хан» – «посмотрите, пожалуйста». «Чин шо» – «скажите, пожалуйста». «Чин пяо» – «заплатите, пожалуйста». «И дин» – «бронировать». «Фан дин» – «номер, комната». «И дин» – «фан дин» – «бронировать номер». Вы помните, какие номера забронировали наши герои? Правильно! Шуанжэньдзян и Танжэньдзян. Шуанжэньдзян – двухместный номер. Танжэньдзян – одноместный номер. Сюмэй спросила, «Нэн шуакхама?» «Могу ли я воспользоваться кредитной карточкой?» «Нэн» в переводе на русский означает «могу», «мочь». Например, «Нэн канься чэфухуама?» «Могу ли я посмотреть эту картину?» Мы должны принять гостиницу. Пожалуйста, вы уже забронировали номер? Да, забронировал. 您说一下姓名。黄仁豪，美国纽约来的。您预订了两个房间，一个双人间，一个单间。对。请给我看一下你们的护照。谢谢。麻烦您再填一下入住登记单。 请交一下预付款。能刷卡吗？可以的。好的，谢谢。 При выборе номера вам, возможно, захочется, чтобы сторона была солнечной, а быть может и наоборот.
вы можете указать направление, выбрав, например, южную сторону. Чаонан – выходить на юг. Чаоси – выходить на запад. Например, водофандиан Чаонан – мой номер выходит на южную сторону. Сюмэй и ее семья собираются в гостинице Чуи Гостинки Цойо. Остановиться в гостинице примерно на неделю. А теперь внимание. Цо – левый, йоу – правый. А сочетание цо – йоу мы переводим как «примерно», «приблизительно». Например, «Чэ цяо чинзэ ву бай юан цо йоу». Эта юбка стоит примерно 500 юаней. На просьбу Сюэмэй поменять номер ей ответили. «Ха йоу и тен, фу го, фу ши зай ши цэнг». Номер есть, однако он не на 11 этаже. «Фу го». Однако, только, впрочем. Итак, как вы скажете, номер неплохой, но немного маленький. Правильно. Фандиан пуцхо. Фуго, сяло дяр. Это ваши номера. Два номера. Один 1183, один 1179. Сай чи чанг? Тоу зай ши и цанг. А, на га шуан рен джен ши чао нан да ма? 1183 不是, чао си. 能不能把双人间换成朝南的呢？我喜欢朝南的房间。对，我们在这里要住一个星期左右，请帮我们换一下。我查一查有没有空房间。还有一间，不过不是在十一层。没关系，在几层？九层，九幺八房。我就要九幺八房间。餐厅在二层，一层的左边有一个咖啡厅。他们会帮你们把行李拿到房间。好，谢谢。我们走。好。В гостинице принято давать чаевые. По-китайски «сяофэй». «Сяофэй» – чаевые. Однако в каждой стране существуют свои правила. Вы помните, удалось ли Сюэмэй оставить «сяофэй» швейцару? Эй, 小杰呢? 在这儿呢。小杰, let's go!这是您的房间，谢谢你。谢谢，我们不收小费。哦。哦，再见。再见。哎呀，我忘了，中国不收小费。走，我们去小杰的房间看看。走吧。Наконец наши герои устроились в гостинице, и Сюэмэй довольна своим номером. Теперь вы знаете, как объясниться в китайской гостинице. Давайте посмотрим наш сюжет полностью.我们要办理入住，请问预定房间了吗？啊，预定了。您说下姓名。黄仁豪，美国纽约来的。您预定了两个房间，一个双人间，一个单间。对。请给我看一下你们的护照。谢谢。麻烦您再填一下入住登记单。请交一下预付款。能刷卡吗？可以的。好的，谢谢。这是你们的房卡，两间房，一个是1183，一个是1179。在几层？都在十一层。啊，那个双人间是朝南的吗？1183不是。朝西，能不能把双人间换成朝南的呢？我喜欢朝南的房间。对，我们在这里要住一个星期左右，请帮我们换一下。我查一查有没有空房间。还有一间，不过不是在十一层。没关系，在几层？九层，九幺八房。我就要九幺八房间。餐厅在二层。一层的左边有一个咖啡厅，他们会帮你们把行李拿到房间。好，谢谢。我们走。好。哎，小杰呢？哦，在这儿呢。小杰 ，Let's go。
这是您的房间。谢谢您。谢谢，我们不收小费。哦。哦，再见。再见。哎呀，我忘了，中国不收小费。走，我们去小杰的房间看看。走吧。Теперь все мы с мужем пойдут посмотреть, как устроилась их дочка. А в следующей программе мы узнаем, удастся ли все-таки маленькой Сяоде найти свой фотоаппарат. До встречи! Столица Китая – Пекин. Политический, экономический, научный и культурный центр. Это современный мегаполис с историей, насчитывающей более 3000 лет. Большим событием для пекинцев стали летние Олимпийские игры, которые прошли в 2008 году. Сегодня этот красивый город привлекает людей со всего мира –